Продолжаем новости. Жители Ангарска осудили за разглашение коммерческой тайны. Мужчина работал инженером на градообразующем предприятии. Как было установлено в ходе заседаний, с помощью мобильного телефона он передавал третьим лицам сведения о коммерческих предложениях для участия в тендерах. За это брал вознаграждение. На его счету как минимум 15 эпизодов. Подсудимый вину свою признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, возместил ущерб. Суд признал ангарчанина виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса, и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и с конфискацией имущества, полученного в результате совершения преступлений. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.